Меня зовут Яша. Яша? Это полное имя? Ну, Яков. Яков? Очень интересное у тебя имя, очень редкое, Яков. Да, очень красиво. А сколько тебе лет? 13. 13. Хорошо, в каком ты классе учишься? В пятом. В пятом уже, да? Какие у вас там предметы интересные? Ну, физкультура, информатика, математика, украинский, иноземно. А новый предмет уже есть? Биология? Нету. Да, какой у тебя любимый предмет? Два. Физкультура и информатика. А за что ты их любишь, эти предметы? Не знаю. На физкультуре там футбол играет. А на информатике там занимаемся компьютерами. Да? Да. А каким ты себя видишь в будущем? Вот когда ты вырастешь, каким ты будешь? То есть давай пофантазируем с тобой. Я не знаю. Я знаю, что ты не знаешь, но вот если пофантазировать, вот ты стал большим, да, вот для тебя взрослый, это сколько лет? Ну, где-то 19. 19, да? Ну, все осталось, в принципе, да, 6 лет. Да. И каким ты будешь? Не знаю. Вот представь себя, какой ты уже, наверное, высокий, да? Высокий. Взрослый. Какими ты качествами будешь обладать, что будешь делать? Ну, буду делать. Ходить на работу, собственно. Ходить на работу? Да. Что еще делать взрослые? Прогуливайтесь. Гулять? Да. Да? Что еще? Если будет ребенок, нянчить его. Как ты думаешь, будет уже того времени? Ну, не знаю, нет. Еще рано будет, да? И ребенок, это и жена у тебя будет? Да. Да? Семья у тебя будет. А сколько ты планируешь, как ты думаешь, будет у тебя большая семья, много деток? Ну, я хотела мало. Один-два. А как ты жену будешь выбирать? Не знаю. Ну, какими качествами она должна обладать? Добрая. Любезная. Любезная? Да. Ну, дальше не знаю. Надо же себе план наметить, чтобы не ошибиться с выбором, в общем, да? Но. А как ты думаешь, а в чем доброта проявляется человека? Вот, ну, многие говорят, что надо быть добрым, а как это? Ну, относитесь хорошо. К другим людям? Да. А как это вот хорошо, чем это проявляется, хорошие отношения? Ну, помогать. Что еще? Вот ты сказал любезно, это вежливо быть? Да. Это, ну, я с тобой очень согласна, что быть вежливым, это важно. Чем вообще доброта проявляется? Ну. Не обижать никого. Да.